Евросоюз выделит Турции до 3 миллиардов евро на сдерживание потока беженцев. Европейские лидеры утвердили на саммите в Брюсселе предложенный Анкарой предварительный план действий. И, похоже, готовы на все, лишь бы сирийские беженцы, которых в Турции уже более 2 миллионов, там и оставались. В случае успеха даже предусмотрен дополнительный бонус – ускорение процесса отмены виз и вступление Турции в Евросоюз. Еще 2 с лишним миллиарда евро страны Старого Света должны собрать на то, чтобы остановить миграционную волну из Африки. Кроме того, участники саммита утвердили строительство центров по сортировке беженцев. Тех, кому откажут в убежище, из Европы будут выдворять. Эти полномочия возьмет на себя Европейское агентство по охране внешних границ Frontex. На этом фоне приходит сообщение о все новых трагедиях на этих самых границах. Около греческого острова Лесбос после столкновения с катером береговой охраны затонула лодка с беженцами. Жертвами крушения стали 7 человек, среди которых 4 детей. Еще один беженец погиб в перестрелке недалеко от болгарско-турецкой границы. Полиция открыла огонь при задержании выходцев из Афганистана, которые пытались оказать сопротивление.